Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня в работе вот такие ручки. Это моя работа. Видео есть на канале, ссылка будет в описании. Клиентка любит нюдовый оттенок на ногтях. В основном он делается с помощью камуфляжа и всякого рода простые цветочки. Здесь она мне показывает, что под ногтями у нее может быть шпаклевка. У нее происходит сейчас ремонт, вернее даже не ремонт. Она на даче снесла старую свою избушку и теперь делает абсолютно новый дом с нуля. Конечно же, делает полностью всю работу не она, нанимает работников, но также эта клиентка из той категории, которая просто не может сидеть, смотреть, как работают другие, и обязательно что-нибудь делает своими руками. То есть, чтобы вы понимали, через что прошло это покрытие. Здесь покрытию около 2 месяцев, и эта клиентка в основном всегда ходит в такой период с ногтями. Конечно, в основной массе случаев 2 месяца – это огромный перебор. Но конкретно в данном случае ее все устраивает, она отлично носит покрытие, нет никаких слоек, отломок, поломок, ничего не цепляется, ее ничего не раздражает, ее дело пусть ходит. Я сняла уже старый материал, вернее сначала убрала длину, чтобы лишнее не пилить на торце, все равно его буду убирать, и сняла старый материал, но все-таки тонким слоем оставила подложку. Материал носится просто замечательно, нет никаких отслоек, как видимых, так и невидимых, скрытых, которые открываются после того, как мы материал сняли. Далее пилочкой придаю форму свободному краю, у нас будет сквот. Для этого пилку подставляю под углом относительно ногтя и опиливаю торец, таким образом он получается по дуге. А боковые параллели опиливаю как на квадрат, делаю их прямыми, немного поднимаю клюющий кончик, но также еще я убираю углы такими вот проскальзывающими движениями пилки. Обязательно прохожу пилочкой по поверхности, убираю глянец и теперь выполняю маникюр. Отодвигаю кутикулу и вычищаю весь птереги, всю сухую кожу, чтобы в подкутикульном кармане было чисто, чтобы когда я наносила покрытие, мне ничего не мешало это делать, не было никаких затеков. To settle down, there'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say. Все готово, убираю пыль, очень нравится сравнивать, когда такая кардинальная перемена идет на руках до и после. Далее наношу, как обычно, праймер. Грунтовочный слой каучуковой базы, в этот раз я взяла Фиора, на этих руках отлично все носится, если делать укрепление гелем.
До меня клиентка ходила к другому мастеру, там делали укрепление базы. Так вот, 3-4 недели, и все, у нее поломки, у нее трещины, у нее сколы. В общем, есть руки, на которых вроде бы все идеально носится, но стоит сменить укрепляющий материал, и результат будет совершенно другой. Поэтому для укрепления я беру на этих руках гель. На ногтях, где у нас будет дизайн, опять будут такие вот простые элементарные цветочки. Они будут очень нежные, то ли цветочки, то ли листочки, непонятно. В общем, под дизайн я делаю укрепление молочным гелем. Клиентка сегодня ко мне пришла с фотографией желаемого дизайна. Так что то, что вы сегодня увидите по итогу на ногтях, это не моя придумка, мое просто исполнение. Ногти, где не будет дизайна, я выполняю камуфлирующим гелем в оттенке Cover от Cosmoprofi. Очень красивый натуральный оттенок. Вообще на фотографии, с которой пришла клиентка, ногти, где нет дизайна, такого вот нежно-розового оттенка, почти пастельного. Клиентка тоже такой хотела оттенок на своих ногтях. Она вообще любит что-то нежное, такое ненавязчивое, неброское, неяркое на своих ногтях видеть. Поэтому в целях экономии молочного геля под цвет я использую вот такие вот камуфлирующие. Хотя они тоже очень красивые. И когда я сделала укрепление этим гелем на всех остальных ногтях, клиентка посмотрела на свои ногти и сказала: «Очень красиво, так оставляем». То есть цвет наносить на ногти, где не будет дизайна, мы не будем. Будет просто вот такой вот нежный натуральный оттенок камуфлирующего геля. А на ногтях, где дизайн, я взяла уже розовый оттенок. Кстати, вот этим вот она хотела покрывать остальные ногти. И этим розовым оттенком я рисую лепестки или листики, не знаю. Ставлю капельку материала у основания и дальше сухой кисточкой вытягиваю цвет к краю. Получается очень легкая растушевка, очень такое вот почти незаметное схождение на нет цвета к краю листка. Далее взяла фиолетовый оттенок, но он такой сиренево-розовый какой-то, подмешиваю его в светло-розовый и рисую еще по лепесточку рядышком. Точно так же ставлю капельку и растягиваю цвет к краю. Мне показалось, что верхние листики недостаточно яркие, поэтому я вот этот чистый розово-сиреневый оттенок наношу также у основания и растушевываю немного на лепестки. Ну и черной гель-краской осталось тоненько прорисовать все это дело. Прикрывать ногти буду топом от Bored Pretty, вот этот супер топ, я его продолжаю тестировать, но на этих руках, наверное, бесполезно тестировать любые топы, потому что спустя 2 месяца абсолютно любой материал, с учетом деятельности моей клиентки, затрется и глянца не будет. Она на даче еще активно работает, вот еще дом строит, так что я сомневаюсь, что здесь хоть какой-то топ выживет. И вот такой результат у нас получился, опять все нежно, опять все так вот пастельно, неброско, неярко, в общем, в стиле моей клиентки. Ну, а я надеюсь, вам тоже понравился дизайн. Если это так, жду от вас лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго, хорошего дня. Как обычно, жду цветочки в комментарии. Nights and late nights.
don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down.